Есть ли польза в замороженных овощах, фруктах и ягодах? Особенно актуальный вопрос в тот период, когда в продаже еще нет свежих сезонных продуктов, но зато есть доступ к замороженной продукции. Теряют ли замороженные продукты свои полезные качества? Несомненно, наибольшую пользу мы получаем из свежих продуктов, а выращенных по сезону. Но замороженные овощи, фрукты и ягоды вне сезона – это достойная альтернатива свежим. Это хороший вариант добавить в свой рацион необходимые витамины и минералы. Главным минусом замороженных продуктов является то, что они могут быть разморожены только один раз. Если же по какой-то причине овощи, мясо или рыба были случайно разморожены в супермаркете, а затем снова обращены в лед, то вкусовые и текстурные качества подобных продуктов будут практически уничтожены. Особенно это критично для замороженных фруктов. Но заморозка считается одним из лучших способов сохранения свежести, внешнего вида и полезных качеств овощей, фруктов и ягод. В большинстве случаев шоковая заморозка является типичным методом промышленного изготовления замороженных продуктов. В отличие от обычной холодильной камеры, требующей до 2-3 часов для заморозки, агрессивный обдув еды потоком воздуха температурой минус 35 градусов Цельсия обеспечивает замораживание продукта за 20-30 минут. Главным плюсом этой технологии является то, что шоковая заморозка мешает кристаллизации льда и препятствует разрушению текстуры продукта, являясь наиболее эффективным методом сохранить свежесть и оригинальный вкус. Поэтому они сохраняют высокое содержание витаминов и антиоксидантов до самого момента приготовления из них еды. Важно и то, что овощи для шоковой заморозки срезаются в самый пик и при максимальном уровне созревания, в отличие от свежих овощей супермаркета, которые доставляют к месту продажи в течение недели, срезаются задолго до готовности и дозревают в процессе транспортировки. Плюс обрабатываются составами, препятствующими образованию плесени и размножению грибков. Не говоря о том, что выращенная в Чили семга физически не доживет до супермаркета в далекой России без заморозки. Перед покупкой замороженных продуктов рекомендуем внимательно изучить упаковку и пакет, в который овощи или мясо были упакованы. В составе должны быть перечислены исключительно обычные ингредиенты, то есть сами овощи и фрукты, но не растительные масла, крахмал и прочие спутники фастфуда. Пакет с замороженными овощами не должен напоминать кусок льда. Если вы физически не можете прощупать единичные фрагменты, ни в коем случае не покупайте подобный продукт. Велика вероятность того, что он был заморожен повторно. И в таком случае содержимое окажется годным исключительно для приготовления крем-супа. Несмотря на то, что замороженные продукты часто считают вредными, содержание витаминов в свежезамороженных овощах практически идентично обычным. Поэтому смело добавляйте в свой рацион замороженные овощи, ягоды и овощные смеси и будьте здоровы!